Моисеева Нина Никитична. Нина Никитична, вы коренная сахалинка? Нет, я родилась в Воронежской области. Ну, вы ребенком застали войну. Скажите, что вы об этом периоде помните? Я помню, хорошо помню, как отца на фронт провожали. Поподробнее расскажите об этом. Да, это был 41-й год. Нас пятеро сестер остались, мало-мало-меньше, с 2 лет младшей и 12 лет старшей. Мать с нами в колхозе работала, бабушка с дедушкой. Хорошо помню бомбежки. Мы были на линии фронта. С одной стороны Дона мы жили, а на другой стороне Дона немцы были. И вот это хорошо помню, бомбежки. Потом нас эвакуировали где-то. Зиму мы были в другом, подальше от фронта. И когда уже после Сталинградской битвы мы вернулись, Вот это хорошо помню, как восстанавливали колхоз, помню, корова у нас была. Мама все время ходила на поля с коровой, пахали на коровах. Очень, время очень тяжелое было. В 45-м году отец вернулся с фронта контуженный. Левая рука у него не сгибалась. Вот, 46-й год, голод был, тоже я очень хорошо помню. Дедушка умер, и следом бабушка умерли. Ну вот, в свое время пошла в школу. В деревне у нас школа была, семилетка. Пошла в школу, закончила 7 классов и уехала в Воронеж учиться. 4 года училась в фельдшерско-акушерской школе. Тогда в этих учебных заведениях была обязанность их военную подготовку, чтобы имели студенты. Вот была у нас парашютная школа и азбука, радиошкола. Вот я парашютная пошла, все сдала на отлично, все теории, но к практике дело подошло, зрение подвело, и вот так я. А чем вообще еще запомнилась война? Вот вы провожали отца, а что еще испытали вы, как вот дитё войны? Да я хорошо помню солдат. Рядом с нашим домом была кухня солдатская, вот они нас подкармливали. Военнопленных я хорошо помню, вели по дороге. Вот. Ну, в основном вот это. А какое лакомство было самое вкусное во время войны? Ну, конечно, хлеб. Не хватало хлеба? Конечно, конечно. Ну, испытывали голод? Хлеба не хватало. Ну, мы как-то дети, у нас там сады. Воронежская область, она же богата садами. Яблоки, груши. Нас вот это вот поддерживало. Нина Никитична, вот прошло уже с той поры очень много времени. Вы жили и в Советском Союзе, и сегодня вот у нас новый строй, рыночные отношения мы строим. Скажите, пожалуйста, где комфортнее вы себя чувствовали? Конечно, в то время свободнее, как сказать. Желания какие-то были. Дети потом родились, а сейчас вот дети с работой. Какие трудности сейчас, вот, например? С работой, жильем. С работой, жильем. Да. Это у детей? У детей. А у вас лично? Ну, у меня такой сложности нет. Мы с мужем, когда леспромхоз, он работал в леспромхозе, в Новском леспромхозе, не в Верхнетымском. Вот, когда его расформировали, вот тут мы корову взяли, мы жили с мужем, работали очень даже. Ну, натуральным хозяйством. Натуральных, да. Мы поддержали детей, поддержали, внуков поддержали. Ну, сказалось, закалка советская, ну, военная. Безусловно. Угу. Ну, спасибо вам огромное. Спасибо за беседу.